2030 год. Детки, я расскажу вам невероятную историю. Историю о том, как я встретил вашу маму. Мы в чем-то провинились? Нет. Папа, это надолго. Да. Вы, похоже, из Детройта. Предлагаю сыграть в игру под названием «Вы знакомы с Тедом?» Нет, мы не будем играть «Привет, вы знакомы с Тедом?» Ты проститутка. Я помощник юриста. Нет, ты проститутка. Мы должны быть вместе. Что скажешь? Мне нужно в туалет вообще-то. А, конечно, прости. Ну, прошу тебя! Да вы издеваетесь!